Приветствую вас, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе» и сегодня очередное видео из серии «Красота и наращивание ногтей». Итак, очередное видео из серии «Все для наращивания ногтей», «Все для женщин», «Все для наших красивых вторых половинок». Ну что ж, приступим. Сегодня будет 5 посылок. И давайте начнем с маленькой посылки. Вот такая вот маленькая посылочка шла 23 дня. Оценена в $4. Там что-то совсем-совсем маленькое. Сейчас мы посмотрим, что же там может быть. Так, в пакетике больше ничего нету. Здесь. А здесь вот такие вот сережки-висюльки. Вот такие вот висюлечки. Сделаю фотки, когда их оденут, сделаю фотографии, обязательно покажу, как они выглядят. Все обязательно продемонстрирую. А сейчас двигаемся дальше. Дальше у нас посылочка побольше. Шла она 28 дней. Оценена она в $0. Ее вообще ни во что не оценили, ни во что не поставили. Давайте откроем, посмотрим. Что же здесь? Здесь у нас помада. Вот такая вот помада, какая-то странная. Обычно видел помады, они как-то, ну, заостренные такие. А здесь она плоская. Ну, это, наверное, китайские. Может, у китайских девушек губы другие. Все может быть. Вот такая вот помада. Передаем ее заказчику. Тоже идем дальше. Давайте вот такая вот посылочка шла 30 дней, оценена в 90 центов, и давайте посмотрим, что же здесь. Так, пусто. Что такое? Тут что-то для наращивания ногтей, сейчас посмотрим. Откроем, все запаковали в пупырку. Что-то такое гибкое. Ну, хорошо запаковал. Это ногти. Это какие-то толстые, страшные ногти. Я не знаю, что это за ногти. Что это такое? Но это такие большие. Большие такие страшные ногти. Одну он уже передал рассматривать. Как это делается? Это что-то, это накладные или что это? Нет, это не, а что это такое? Это вот... Сказали мне, что вот как эта вот штучка наклеивать разные цвета, да, чтобы были образцы. Ну вот, передаем заказчику по прямому назначению. И еще одна посылочка, четвертая на сегодня. 25 дней шла, оценена она в $1. Смотрим, что же там. Там ванночка. Я не знаю, для чего это. Для рук. Для рук, для отмачивания. Для, да? Ногтей. Для ногтей, для отмачивания. А, вот, вот так вот, да, и вот так вот она отмачивается, я так понял правильно, да? Вот, вот так вот, вот такая вот штучка. Также передаем получателю. И последняя посылка на сегодня шла на 30 дней. Это лампа. Я прямо по форме вижу, что это лампа. И по этим лампам, дорогие друзья, я вам хочу сказать, лампы плохие. То есть ничего они не сушат, ничего они не греют. Давайте я вам все-таки ее включу. То есть давайте попробуем, все-таки работает она, не работает. Проверим ее. Ага, надо родной подключать. Вот, проверю я опять же своим пауэрбанком. Никак я его не нахвалюсь им. Работает отлично, мне прямо нравится. Давайте проверяем. Да, работает, все. Все-таки мы решили, и мы купили вот такую вот полупрофессиональную лампу. Это мы купили уже в магазине, это не в Китае, нигде. Ну, я так предполагаю, что это тоже китайская лампа. Вот этой лампой они уже пользуются. Здесь есть таймер. Ой, 120 секунд, наверное, да, наверное, 120 секунд, два режима включения. Вот с этой лампой они уже наращивали,
и пользовались. Так что для наращивания ногтей такую вот лампу, я думаю, брать не стоит. Такую лампу брать не стоит, это вот посушить лак, она пойдет. А сушить вот уже гелевые ногти, она уже не пойдет. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня с распаковками все. Я с вами прощаюсь. Следующее видео выйдет, я думаю, через 2 дня, потому что сейчас больше есть тем для видео, больше тем для видео, больше буду снимать, буду чаще выкладывать видео. Так что подписывайтесь на канал, будет очень много интересного. Обязательно жду ваши комментарии, жду подписки, жду общения. На сегодня все. Пока!